Со второго этажа областной многопрофильной больницы выпал пациент. 54-летний мужчина поступил в отделение травматологии 6 марта. Врачи при осмотре выявили, что у гражданина вывих левого локтя. Плановая операция была назначена на сегодня, но случилось непредвиденное. Пациент сегодня готовился на операцию. Утром по каким причинам мы не можем сказать. Пациент 07:15 разбил дверь стеклянную, входную, вышел в коридор и спрыгнул с высоты 4 метров, получил травму дополнительно правого бедра. Оказана была сразу помощь в условиях красной зоны. После стабилизации пациент переведен в отделение реанимации. Состояние пациента стабильно тяжелое, пациент в сознании, контактный, гемодинамика стабильна.